Друзья, всем привет! С вами компания «Волжанка» и я, Андрей Думчев. Сегодня речь пойдет про зонт «Волжанка Про Спорт Супер Умбрелла». Что это такое? Это зонт для рыболова, который защищает его во время рыболовной сессии. Этот зонт поможет вам защититься от любой вообще непогоды. Будь то яркое солнце, сильный шквалистый какой-то ветер, ну, либо тем более, если это какой-то проливной сильный дождь. Что он из себя представляет? Во-первых, сразу хочу сказать о его размерах. Это один из самых больших зонтов, которые вообще существуют. Длина дуги 125 сантиметров. То есть при полном раскрытии купола его диаметр 250 сантиметров. Значит, зонт светло-серого цвета. Материал достаточно плотный, пропитанный специальными жидкостями, то есть он 100% водонепроницаемый. И такой цвет зонта хорошо защищает от прямых солнечных лучей. Вот такой большой купол зонта накрывает достаточно большую площадь. И если поставить его рядом с своей платформой, креслом, вы 100% будете накрыты. И плюс все ваши сумки, какие-то еще вспомогательные предметы. То есть вы будете защищены от дождя. Дуги для придания зонту прочности, надежности и для облегчения веса сделаны из стекловолокна. То есть они легкие и в то же время крайне надежные. И при сильных порывах ветра они не деформируются, не сломаются. Зонт имеет два рабочих угла наклона. Помимо того, что он может стоять над рыболовом просто вот так вот прямо, его можно еще сложить в нескольких положениях. Итак, для этого просто надо вот здесь открутить вот эту самую стойку. Все. И вот зонт вас защищает от бокового ветра. Значит, вот в таком положении, когда он сложен под 90 градусов, он защищает от бокового ветра. Ну и, естественно, от солнца. Дальше. Это одно положение. И второй угол наклона чуть поменьше. Вот такого плана. Его характеристики. Значит, диаметр купола, я сказал, 250, но вот в таком разложенном состоянии где-то 220-225 сантиметров. Высота вот этой выдвижной стойки 110 сантиметров. Максимальная высота зонта при выдвинутой стойке 230 сантиметров. Транспортная длина зонта 150 сантиметров. Вес 2 килограмма 900 грамм. Как его можно закрепить к платформе? Нам понадобится, естественно, переходник для зонта, который крепится непосредственно к ноге платформы. Одеваем переходник на нашу ногу. И здесь вот это отверстие подходит под все зонты, которые существуют вообще в природе, в рыбалке любого производителя. Поставили, выдвинули стойку на какое-то расстояние, сюда воткнули, зафиксировали, закрутили здесь, закрутили здесь, разобрали. Все, ну и зонт просто здесь уже регулируем по высоте и фиксируем барашком. Все. Кроме того, зонт имеет два вот таких пластиковых ушка, и в комплекте идут два вот таких вертышка-колышка. При помощи них зонт можно надежно зафиксировать к земле и тем самым усилив нашу конструкцию. И тогда точно никакой ветер вам не страшен. Друзья, на этом все. С вами была компания «Волжанка». Я Андрей Думчев. До новых встреч. Всем пока.